На этой новой, экономичной и вместительной машине Дмитрий работает почти месяц. Молодой человек рассказывает, так комфортно и удобно в старых автомобилях не было. Mercedes Econica оснащен всем необходимым – освещение внутри и даже пульт для работы. Теперь, нажав всего несколько кнопок, водитель может загружать мусор в контейнер. Для водителей очень удобно. Они, ну, не надо выходить даже с машины, чтобы погрузить, там, смотреть камеры заднего, переднего, зона погрузки, все видно. Разгрузка тоже, когда приезжаем на полигон, машина подстраивается, как ей надо. Когда на разгрузку идет, даже если она криво чуть стоит, она выравнивается. В спецавтохозяйстве говорят, с появлением новых автомобилей работать стало гораздо легче. Один новый мусоровоз заменяет два больших грузовика старого типа и способен вывести твердые бытовые отходы из 10-12 домов за одну поездку. Параллельно меняется и сама структура работы, то есть разрабатываются новые маршруты с учетом большей вместимости автомобилей, увеличивая тем самым и частоту посещения того или иного заказчика или клиента, который, допустим, оплачивает свои денежки и вследствие этого хочет получить достаточно хорошего качества и уровня услуги. Директор рассказывает, сейчас у них много идей. В первую очередь перейти на контейнерную уборку, что улучшит экологическую и санитарную обстановку в городе, и продолжить переоснащение предприятия. На очереди обновление парка снегоуборочной техники. Пополнение ждут к началу декабря. Станислав Стоянов, Татьяна Коркина, Александр Левицкий и Роман Донец. Первый Приднестровский телеканал.